Добрый день! Мы студенты второго курса ПБК и учимся по специальности учитель начальных классов. Сегодня мы собрались, чтобы ответить на важный вопрос с точки зрения профориентации. Почему учитель начальных классов – это классная профессия? Но это действительно трудный вопрос, на него сразу тяжело ответить. Не переживай, ответить нам на этот вопрос помогут школьники, которые не понаслышке знают об этой профессии, а также преподаватели нашего колледжа. Тогда давайте вместе окунемся в мир образования и заново откроем для себя профессию учитель начальных классов. Что, на твой взгляд, делает учитель начальных классов таким особенным? Учит детей и обучает их знаниям, заботится о нас и дает советы. Какие положительные черты вы видите в учителях начальных классов, которые вы высоко цените? Я вижу в них такие черты, как доброжелательность, отзывчивость, любовь к детям, доброту, заботу. Считаешь ли ты, что профессия учитель начальных классов важна для общества? Да, я так считаю, потому что именно с учителя начальных классов идет развитие человека, то есть он вот смотрит на нее, вот понимает, каким должен быть человек и берет с ней пример. Да, я считаю, что учителя начальных классов очень важны для наших ребят в нашей школе, потому что они дают нашим ученикам не только зрение, они получают начальные базовые знания, которые помогают им дальше двигаться. Также они понимают различные тесты по курсу и спокойно помогают ребятам понять, кто они такие и двигаться дальше. А в чем, на ваш взгляд, заключается уникальность и важность профессии учителя начальных классов? Вы знаете, что потребность в квалифицированных учителях начальных классов сегодня огромная, и это действительно очень важная профессия, потому что вы должны столько детям дать, что вы даже еще до конца не представляете. Это и умение учиться, это и умение дружить, и умение идти вперед, несмотря ни на что. Я считаю, уникальность учителя начальных классов заключается в том, что если ты не успел реализовать себя в роли артиста, у тебя есть все дороги, все пути для твоей цели. В начальных классах очень большая миссия. Они воспитывают личность ребенка. И то, насколько они сделают это правильно, зависит будущее. Научить ребенка учиться, научить ребенка дружить, научиться строить планы на будущее. В этом огромный потенциал учителя и огромные возможности ребенка начальной школы. Только что наши респонденты рассказали о своем взгляде на эту уникальную профессию. А теперь давайте ответим на главный вопрос этого видеоролика. Учитель начальных классов – это классная профессия?